Всем привет! Продолжаем вязать нашу тюбетейку. Осталась третья часть, заключительная. Вяжем 12 ряд. Первая петля у нас будет соединительная в арку. 3 воздушные петли подъема. И 2 еще воздушные петельки нам нужно, чтобы сформировать арку. Дальше вяжем столбиками с накида в арочку предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Снова столбик с накидом в арочку предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Еще один столбик в арочку и снова 2 воздушные петли. Теперь мы провязываем 3 столбика с накидом подряд без воздушных петель. Первый. Второй. И третий. Вот такой рисунок у нас будет получаться в этом ряду. Продолжаем вязать. Провязываем 2 воздушные петельки, столбик в арку предыдущего ряда. Снова 2 воздушные петельки и снова столбик с накидом в следующую арочку. 2 воздушные петельки, столбик с накидом в следующую арочку. 2 воздушные петельки и еще один столбик с накидом в следующую арку. 2 воздушные петельки провязываем и теперь 3 столбика с накидом без воздушных петель. Первый. Второй. Третий. 2 воздушные петельки. И столбик с накидом в арочку. Снова 2 воздушные петельки. Следующий столбик с накидом в следующую арку. Снова 2 воздушных петли. Столбик с накидом в арочку. 2 воздушные петельки. Еще один столбик с накидом в арку. Снова 2 воздушные петельки. 3 столбика с накидом. Первый. Второй. И третий. Точно так же мы провязываем весь ряд. Вот такой рисунок у нас получается. Провязали целые фрагменты, теперь нам нужно довязать начатый. Первый столбик с накидом провязываем. Второй. И третий. Теперь провязываем 2 воздушные петли. Делаем соединительную петлю в третью петлю нашей цепочки. 12 ряд готов, переходим к вязанию 13 ряда. В 12 ряду у нас получилось 56 столбиков с накида, не считая воздушных петель. Переходим к вязанию 13 ряда. Начинаем мы его с соединительной петли в арку предыдущего ряда. Это делается для того, чтобы сдвинуть наш столбик из воздушных петель. Первая, вторая, третья. И еще 2 для формирования арочки. Теперь вяжем столбик с накидом в следующую арку. 2 воздушных петельки. Снова столбик с накидом в следующую арочку. 2 воздушных петельки. Дальше столбик с накидом в следующую арку и снова 2 воздушных петельки. Здесь мы вяжем 1 столбик с накидом посередине, 2 воздушные петельки и снова начинаем вязать столбики в арочке. Вот такой рисунок у нас получается, и такой рисунок у нас будет чередоваться весь ряд. Столбик с накидом, 2 воздушные петли. Столбик с накидом, 2 воздушные петли. Продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда у нас будет 48 столбиков с накидом, не считая воздушных петель между ними. Еще хотела с вами затронуть тему
Я прочитала, что традиционные тюбетейки вяжутся в зеленом цвете и в черном. Черная пряжа не очень удобна для того, чтобы снимать мастер-класс, потому что на ней не так четко виден рисунок, виды петель. Зеленая пряжа, она будет больше сливаться с фоном, потому что мастер-классы я всегда снимаю на зеленом фоне. Поэтому взяла вот такой цвет коричневатый, чтобы видно было вам хорошо рисунок, чтобы не было никакого сливания. Думаю, такой не яркий, традиционный. Хотя сейчас смотрю фотографии, очень много тюбетеек, белых, голубых. Пишите в комментариях, какой цвет будете использовать вы. Не забывайте делиться со мной фотографиями. Мне очень приятны ваши отзывы, фотографии. Спасибо вам! Довязываем этот ряд, делаем 2 воздушные петельки, столбик с накидом в арочку, 2 воздушные петельки. После этого мы провязываем соединительную петлю в третью петлю нашей цепочки воздушной. 13-й ряд готов, переходим к вязанию 14-го ряда. 3 воздушные петельки подъема. Столбик с накидом. Продолжаем вязать столбиками с накидом. Здесь воздушных петель у нас не будет. Провязываем столбик с накидом в арочку и между. Снова столбик с одним накидом в арочку предыдущего ряда. И между арочками также провязываем столбики с накидом. Провязываем весь ряд столбиками с накидом. Если вам нужно углубить шапочку, вы можете провязать несколько таких рядов столбиками с накидом. В конце ряда у нас получается 96 столбиков с накидом, воздушных петель между ними уже не будет. Довязали этот ряд, провязываем соединительную петлю и закрепляем нить. Этот мастер-класс подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Не забудьте оценить видео, подписаться на канал и прислать мне фотографии. С вами была Евгения Каландина. Пока-пока. До новых встреч в следующих видео. Пока!